Приветствую всех подписчиков своих. Давно не было видео на канале. Всем, наверное, интересно, что тут со станком. Вот, значит, станок собрал уже. Ну, скидал, так скажем, что настраивать надо. Красить будет он краситься, чиститься еще. Основную механику уже собрал. Мастерскую вот прикрыл на год. Ну, перезимовать, потом уже строить буду дальше. Листвы надуло с улицы. В общем, здесь пока вот так вот у меня. Еще порядок надо наводить. Все тут после этих ремонтных работ. Но станок уже собран. Значит, что все собрано. Масса налита. То есть, вот он в рабочем состоянии уже. Уже что-то тут работает. Вот. Все, он работает. Тормоза работают, все как надо. В общем, что тут еще? Ну, еще, конечно, надо вот тут порядок наводить с проводкой. Этот поставить рычажок. Ну, селектор переключений. Крышки позакрывать, покрасить нужно еще. Вот еще доски убрать от него надо, чтобы закрывал мастерскую. Так, что у нас еще тут? Ну, все в рабочем состоянии, все такое вот. Покрашу еще. Во, такой вот станок. Так, тут порядок надо наводить. Он воды налило, блин. В общем, еще, короче, порядки надо наводить. Порядки. Тут порядки тоже надо наводить. То есть тут уже освобождается. Он еще шпиндель осталось поставить. Закончу эти ремонтные работы и пойду наводить порядок, как только ремонт закончится. Так. Так, друзья, включил свет. Значит, что я уже разбогател чем, каким инструментом на станок. Значит, у меня появился цанговый патрон вот такой. С набором цанг. Спасибо друзьям. Вот, вот такой цанговый патрон появился. Правда, на него всего две цанги. Вот, вот это вот. И вот такая здоровая. То есть вот две цанги на него. Так, ну и что тут у меня еще? Вот такой вот цанговый патрон тоже. И две оправки. Ну, пока все очень богат. Сделаю попозже обзор цанговых патронов вообще всех трех. Какие есть. Ну, пока что вот так вот у меня. Я говорю, беспорядок. Некогда наводить порядок. Некогда, но... На виду, обязательно на виду. Вот дострою, не дострою, станок поставлю на ход до конца уже. И буду наводить порядок. В общем, вот так вот. Ну все, пишите в комментариях, что интересует. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал обзор по этим патронам. Вот. Видео не снимал по сборке станка, потому что некогда. В ускоренном темпе все. В общем, вот так вот. Ну все, всем до свидания. Такое вот короткое видео, чтобы меня не теряли. О, куча одежды. Нормально, да? Жесть. Все, всем пока.